23 июня – День государственных служащих. Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране с 2014 года. Сегодня в области работают более 2000 специалистов, около 80 из них – в аппарате акима Северо-Казахстанской области. Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, госслужба – это не место для приумножения личного богатства. Это слово означает особую ответственность перед своим народом, поэтому она требует кропотливой работы и терпения. Накануне профессионального праздника уполномоченный по этике аппарата аким области Сейлхан Серикбаев представил лучших работников. Какие существуют способы мотивации госслужащих? Какие меры мы используем? В частности, мы объявляем конкурсы среди государственных служащих в течение всего года. Гульнар Мырзыканова, связавшая свою жизнь с ответственной работой, является уроженкой Жамбылской области. С 2007 года трудится специалистом отдела контроля и охраны труда. Граждане часто обращаются за помощью к опытному специалисту в вопросах, связанных с трудовыми спорами. Мне нравится моя работа. Государственная служба – это большая ответственность. Нужно следить за трудовыми отношениями между работодателем и работающими гражданами, принципами и вариантами, прописанными в Трудовом кодексе. Поэтому я считаю, что работа на этой должности – это большая ответственность. Сегодня каждый гражданин страны может получить доступ к государственным услугам в цифровом формате. У Юлии Мигачевой стаж работы в этой сфере около 10 лет. Сейчас она возглавляет управление цифровых технологий при акимате Северо-Казахстанской области. Под ее руководством качественная работа и высокая результативность. Я работаю с 2007 года уже. Пришла простым специалистом по договору. Все ступени прошла самостоятельно. Это очень тяжелый труд, это очень ответственная работа. Глядя на то, как каждый государственный служащий работает, глядя на ту маленькую работу, которую он выполняет, складывается работа всего большого коллектива, всего большого государства, то, что делает каждый из нас для всеобщего благосостояния. Лазат Жукенова на государственной службе более 20 лет. В настоящее время она главный инспектор управления персонала аппарата акима Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начинала главным специалистом в районном акимате. По словам Лизаты Манжоловны, на сегодняшний день в области имеется около 200 вакансий государственных служащих. Я здесь работаю около 10 лет, занимаемся кадровой работой. Наш административный персонал относится к корпусу Б. Любить свою родину значит честно трудиться на ее благо. Главный постулат для представителей государственной службы. А нашим северо-казахстанским специалистам желаем успехов в преддверии профессионального праздника. Елена Горбань, Жанна Шерниязова, Анатолий Белонок, служба новостей.